Всем привет, с вами Денисыч, Мирана и Майя. И сегодня я вам расскажу, кого выбрать, сучку или кобеля. Поехали! У нас уже вечер, солнце заходит, весь день лил дождь, вон смотрите, лужи. Мы зашли, гуляли на остановочку крытую. На самом деле, кто смотрит меня изначально, я хотел себе кобеля взять, ротвейлера, но, к сожалению, кобелей на тот момент не было, были только сучки, и я взял Мирану. Кто давно меня смотрит, тот знает. То, с какого момента, кстати, меня смотрит, напишите в комментариях. Вот, сколько у меня было подписчиков, все такое, вот. Хотел кобеля, но получилось, что я взял суку. Я об этом не жалею, о таком решении, потому что сука, они более покладистые собаки. Мирана вообще просто, не знаю, может, у нее такой характер, но она вообще такая послушная собака и слушается меня с первого слова буквально. Все воспринимала, раньше, когда в щенком особенно было, и сейчас она воспринимает просто моментально. Также я недавно взял Майю, она тоже сучка, как вы знаете, девочка. Не знаю, как кому удобно говорить, сучка или девочка там. Она тоже спокойная собака, не агрессирует ни на кого. Возможно, потому что это хаски еще. Но сучки, они более спокойные такие, покладистые собаки, которых очень легко воспитать и которые будут вам вообще верны до последнего. Something to save us, close but we're strangers, feel like we're far apart. I'm stripping down new, ooh. I'm stripping down new, ooh. I'm stripping down new, ooh. Насчет кобелей я могу сказать, я встречался с ними, я воспитывал Чака, как вы знаете. И у него характер и вообще поведение отличается очень сильно от сук. Во-первых, он более такой агрессивный, более возбужденный постоянно на улице. И вообще, в принципе, постоянно возбужденный. Постоянно скулит, там подскуливает, хочется ему бегать, все такое. В общем, характер у них вообще очень сильно отличается. Если вы заводите первую собаку только, советую вам заводить не кобеля, потому что с ними будет сложнее, чем с суками. Поверьте мне, если вы решили завести первую собаку, и вы не знаете вообще, как с ней заниматься, ну, изначально, конечно же, надо изучить все, там, видео какие-нибудь посмотреть, либо почитать книги по дрессировке и воспитанию, а после уже заводить собаку. И советую, если у вас, ваша это первая собака, то заводите обязательно только сучку. Возможно, вы скажете, вот у нее там течка проходит, то что во время течки надо там очень сильно аккуратно следить, потому что она может убежать. Поверьте, с сукой проще, чем с кобелем. Сука там раз-два в год идет течка, может три там у некоторых, все в зависимости от породы. Вы следите за собакой две недели и все. То есть на этом проблемы заканчиваются. Дальше она продолжает вас слушаться, не отвлекается на прогулках. То есть замечательно, вообще просто и гуляешь с собакой и просто кайфуешь от этого. В плане дрессировки также я могу сказать то, что сук проще дрессировать и воспитывать, чем кобелей. Кобелей, они более возбужденные, более доминантные собаки, чем сучки. Они будут постоянно над вами доминировать. Будут пытаться завладеть вашу позицию вожака стаи, так что постоянно надо быть настороже. Но если вы все-таки решили брать кобеля, и вы не собираетесь дальше разводить, там, заниматься разведением собак, заводчиком быть, и чтобы собака была менее возбужденная на улице, не отвлекалась на сук во время дрессировки, можно ее кастрировать. Но это у каждого на этот счет свое мнение. Кто-то говорит за, кто-то говорит против. Я лично за
плане кастрирования, там, стерилизации собак. Но сам, как бы, я это еще не практиковал. Некоторые скажут, вот я, типа, своего кобеля кастрировал, и он все равно меня не слушается. Но, видимо, вы что-то неправильно делаете в плане дрессировки и воспитания. Потому что многие мне говорят, типа, вот я... Вот ты мне говорил, типа, если кастрировать кобеля, то собака будет более послушная. Так если вы не занимаетесь собакой, если вы неправильно что-то делаете там в плане воспитания и дрессировки, то в любом случае собака будет не слушаться вас. И также надо вам, перед тем, как вы будете кастрировать собаку, либо стерилизовать, надо, конечно же, собаку сначала воспитать. То есть изначально начинать воспитать, после чего вы кастрируете, либо стерилизуете собаку, и после этого еще повторять, ну, а повторно занимаетесь, и тогда будет результат. Довольно-таки долго об этом можно говорить. Такая тема очень распространенная. Все спрашивают меня, кого мне взять, кобеля либо суку, скажи мне. Вот я отвечаю этим видео, то, что вы должны решить сами. Но я могу сказать одно, то, что сук проще воспитать, чем кобелей. Я уже повторялся, то, что они более покладистые, более такие... так сказать, послушные собаки, чем кобели. И они не будут стараться вытеснить вас с вашего места, с места вожака. Так что решать вам, какую собаку брать, какой породы, какого пола собаку. Решайте сами, делайте выводы с этого. Но я взял вот сучку, но хотел я, кстати, кобеля. Ну ладно, кому понравилось видео, подписывайтесь на канал. Ставьте большие пальцы вверх, конечно же. Тут еще будет много видео про наших собак. Ну а с вами были Денисыч, Мирана и Майя. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.